Добрый вечер, дорогие друзья! Уже на час бизнеса нашего проекта онлайн территории роста. Я хочу проверить вначале нашу с вами связь, как меня слышно, видно. Поставьте плюсики, смайлики, покажите свое настроение, чтобы я поняла, что вы готовы к началу нашей встречи. И будем тогда начинать. Вижу, что пошли плюсики, значит, все хорошо со звуком. Все хорошо с изображением, я очень рада, что с техническими моментами у нас с вами все в порядке. Тогда я начну с представления. Еще раз добрый вечер всем, кто присутствует сегодня в нашей вебинарной комнате. Меня зовут Алла Болдырева, я являюсь индивидуальным предпринимателем, и сегодня я расскажу вам о том, что ждет вас в проекте «Территория роста». Какие возможности дает наш проект? Что для себя вы полезного, нужного, важного можете взять в этом проекте и вместе с нами, если будете сотрудничать, чем это для вас будет, да, какой пользы это для вас будет? Ну и, конечно, для того, чтобы построить продуктивно нашу встречу, мне интересно знать, есть ли среди нас сегодня те, кто впервые присутствует на нашей встрече, впервые будет слушать про бизнес онлайн. Если есть, поставьте в чате единички. Я буду видеть, что вы есть, и буду на каких-то моментах нашей встречи более подробно останавливаться. Итак, кто у нас сегодня впервые на встрече, поставьте в чате единички. Ну, а если так, Виктория, рада вас приветствовать. Ольга, тоже добро пожаловать на нашу встречу. Ну, а если вы регулярно посещаете встречи, обучаетесь, слушаете их, да, разбираетесь в сути бизнеса, тогда попрошу вас в чате у нас поставить троечки. Вот ставьте троечки те, кто не первый раз, но все же сегодня здесь с нами. Итак, еще у нас так, троечки уже пошли. Прекрасно. Здорово, отлично. Значит, те, кто не первый раз будете мне сегодня помогать проводить встречу, ну а Ольгу и Викторию еще раз приветствую. Надеюсь, что вам будет сегодня понятна наша информация, и вы извлечете максимум пользы от сегодняшней встречи. С чего хотелось бы начать? Для чего вообще нужен наш проект и почему мы сегодня о нем говорим? Все люди на планете делятся на четыре категории по видам дохода, по видам заработка, как зарабатывают деньги. Так получается, что у нас с вами, у людей, у всех абсолютно все подвязано под деньги, да, все исчисляется в деньгах. Мы работаем для того, чтобы зарабатывать деньги, мы получаем удовольствие и платим за это деньги, мы покупаем материальные ценности, да, мы покупаем путешествия, мы покупаем отдых, еду, все ну, на все на это нужны деньги. Поэтому мы с вами выбираем тот стиль, тот вид деятельности, которым зарабатываем деньги. Так вот, по видам деятельности с вами делимся на четыре категории. Все люди, кто есть в мире, делятся на четыре категории по виду заработка. Можно находиться в квадрате буквочка R рабочие. Это те люди, которые являются наемными рабочими, да, работают на государство, либо на предпринимателя, либо работают на частную фирму, да, то есть являются наемным лицом. Таких людей в нашем окружении, как правило, 80%. Я сама находилась в этом квадратике, в квадратике рабочих. Я до проекта «Территория роста» работала учителем в школе, и я прекрасно знаю, что такое наемный труд. Я знаю, что такое будильники, я знаю, что такое понедельники, я знаю, что такое начальники, да. Вот я сама в этой сфере была. Второй квадрат, который в нижнем левом углу, это малый бизнес. Малый бизнес – это те люди, которые насобирали денег, одолжили, взяли кредит и открыли свое собственное дело. Это может быть частная поликлиника, это может быть, например, ремонт машин частный, это может быть свой магазинчик частный. То есть вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вы открыли свое собственное дело. С этим квадратиком я тоже была знакома еще до проекта, потому что мой муж Владимир Болдырев, мы работаем сейчас в проекте вместе, он именно из категории малого бизнеса, собственное дело, у него собственное предпринимательское дело было, когда мы познакомились, да? Поэтому я знаю, что такое
Риски, когда ты вкладываешь деньги и не знаешь, вернутся ли они или нет, что такое бессонные ночи и что такое поиск клиентов, да, когда все-таки в этом квадратике малого бизнеса, как никогда актуальна пословица «волка кормят ноги». Потому что именно в малом бизнесе вы сами ищете себе клиентов, вы сами ищете методы сбыта своей продукции либо своих услуг. Вы в этом заинтересованы, да, и вы сами ищете свою клиентуру. Вот такие два квадрата были мне знакомы. Были знакомы, и я знала их плюсы и знала их минусы. Я думаю, точно так же, как и большинство из тех, кто сегодня присутствует, вы тоже знакомы с людьми, кто работает как наемное лицо, и кто работает как свой собственный бизнес. Вы видите, что и в одном, и во втором квадратике есть плюсы и минусы. Минусы красненьким, плюсы зелененьким. Вот. И есть еще два квадрата, с которыми я не была знакома, но о которых я слышала и в которые, ну, где-то в тайне души думала, что, может быть, я когда-нибудь все-таки смогу попасть в эти квадраты и таким способом зарабатывать деньги. Квадрат «Большой бизнес». Что это за квадрат? Это когда у вас не только своя собственная точка, а несколько. Например, вы владелец сети кафе. То есть у вас не одно кафе, а в каждом областном центре, например, есть кафе, которое принадлежит вам. Либо вы владелец сети магазинов модной одежды. Либо у вас есть разное направление, например, боулинг, кафе, магазин. Либо вы частную поликлинику открыли, но не одну, а сеть, то есть несколько. И вы уже, наверное, услышали, что я не один раз вам проговорила слово сеть. Это действительно особенность бизнеса, когда у вас не одно, не одна точка, не один какой-то пунктик, которым вы владеете, а несколько. И всем нам очевидно, что только когда у вас есть сеть, вы развиваетесь. МТС – сеть салонов мобильной связи. Евроопт – сеть магазинов, Марка Сити – сеть магазинов обуви, да? То есть вы видите, что только там, где есть сеть, есть большой бизнес. Здесь для меня была загадкой, не загадкой, а сложностью, наверное, то, что попасть в большой бизнес нужны большие деньги. Для того, чтобы вы стали владельцем нескольких точек, нескольких фирм, еще какого-то направления, в общем, чтобы вы развивали и расширяли свой бизнес, нужны деньги. И нужны не просто большие деньги, нужны огромные деньги. Причем здесь есть еще риски. Сможете ли вы правильно распорядиться этими деньгами? Сможете ли вы выбрать правильно людей, на которых будете возлагать ответственность за то, что они будут руководить вашими филиалами? В общем, здесь деньги вы зарабатываете гораздо больше, но риски тоже есть, и вложения тоже есть. И четвертый квадрат, который в нижнем правом углу, он мне всегда нравился больше всего. И я думаю, что вы со мной тоже согласитесь, это квадрат инвесторов. Это когда уже ваши деньги работают на вас. Это, например, ну, самый простой такой элементарный способ инвестирования. Вы приобрели квартиру и ее сдаете. Вам не нужно каждый день ходить и в этой квартире что-то делать. Вы просто пришли, нашли хороших жильцов, они вам каждый месяц платят определенную сумму денег. Ваша квартира приносит вам доход. Либо если у вас есть счет в банке, вы собрали огромную сумму денег, положили в банк, и каждый месяц у вас идет определенный процент. Есть и другие виды инвестирования, более сложные, более серьезные, да, и, конечно, здесь тоже нужно изучать законы инвестирования, нужно понимать, куда влаживать деньги, и чтобы это вам, в общем, вернулось большими процентами. Здесь тоже есть определенные риски, но, как правило, деньги уже начинают работать на вас. И если вы грамотно и правильно инвестируете деньги, то те проценты, которые приходят от ваших инвестиций, вам вполне достаточно на то, чтобы сделать свою жизнь по евростандартам, чтобы она была такой, как вы мечтаете. И кроме этого, основная сумма все равно продолжает работать на вас. То есть вы живете за проценты, и вам этого вполне достаточно. Вот такой квадрат меня всегда интересовал, и я всегда наблюдала, изучала, смотрела на людей, которые находятся в квадрате инвесторов. Как они туда попали, что они делали. И я понимала, что работая учителем, я никогда в жизни не смогу попасть в квадрат инвесторов. Не та эта сфера деятельности, к сожалению. К
К сожалению, я очень люблю свою профессию, я очень люблю детей, люблю преподавать, но, к сожалению, эта сфера не приведет к тому стилю жизни, который я себе хочу. Мне придется либо зачеркнуть мои мечты, ну, либо искать что-то новое. И вот тогда я стала, в общем, более подробно рассматривать различные возможности, которые попадаются у нас с вами на пути. Я думаю, вы не раз, не только от меня, слышали такое выражение, что шанс стучится к нам 4 раза в год как минимум. И вот этот шанс я стала всегда рассматривать. Я слушала предложения, рассматривала разные возможности и очень рада, что приняла предложение работать в проекте «Территория роста», что увидела эту возможность, потому что именно в проекте, именно в онлайн сейчас проекте есть возможность перейти в квадрат бизнеса и квадрат инвестирования, при этом не имея больших, огромных денег, которые нужно вложить и с которыми надо рисковать. Здесь нужно ваше время, ваше желание и все. Этого вполне достаточно. Если у вас есть время и желание, то эти 2 квадрата будут вами достигнуты в нашем проекте. Что же это за бизнес, да? Что же это за проект такой? Ну, во-первых, это онлайн. Потому что сейчас... Добрый вечер, Зоя. Потому что сейчас у нас с вами век технологий. И сейчас каждый имеет у себя дома различные гаджеты. Это компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны, в которых всегда-всегда есть интернет. И сейчас очень сложно представить себя без интернета. Нам нужен телефон какой-то поликлиники, какого-то магазина, мы лезем в интернет. Нам нужно расписание поездов, мы смотрим в интернет. В интернет сейчас можно делать огромное количество разных действий, которые даже лет 10 назад мы даже не представляли, что это можно будет делать. Через интернет сейчас совершается процентов 90 платежей, оплачивает через банк коммунальные услуги, я все плачу через интернет, через пластиковую карту, через систему ERIB. В интернете можно играть, в интернете можно общаться, в интернете можно находить различную информационного характера информацию, в интернете можно зарабатывать. Вот наш проект нацелен на то, чтобы обучить вас зарабатывать в интернете, научить вас стать онлайн-предпринимателем. Для этого нужно 2 часа в день и ваше желание. Что же нужно делать в эти 2 часа? Я, конечно, расскажу вам, что же, чем вы займетесь эти 2 часа, какой результат они вам принесут. Мы предлагаем открыть вам свой онлайн-магазин и стать его руководителем, стать менеджером филиала интернет-магазина. Это бизнес. И если вы понимаете, что такое бизнес, то сейчас у вас, наверное, стали большие круглые глаза, потому что, как обычное традиционное понимание бизнеса, огромное количество аспектов, которые нужно учесть. Нужно продумать продукцию онлайн-магазина, нужно подумать, как ее все время обновлять, нужно придумать, где ее производить или у кого ее приобретать. Нужно рекламу создать, нужно соответствующий имидж онлайн-магазина. Конечно же, нужны определенные финансы для развития, продумать хранение продукции, хранение сырья, продумать доставку ко всем онлайн, помогать развивать ваш филиал онлайн-магазина, как разместить каталоги, как создать сайт, как найти своих клиентов, каналы реализации, что делать с конкурентами. И вот эти все моменты, которые здесь перечислены, они есть в любом бизнесе. Но нам с вами повезло. Мы не просто с вами открываем свой собственный бизнес, а мы открываем свой собственный бизнес с надежным партнером, с компанией, которая берет на себя 90% всех вот этих трудностей. Компания предоставляет нам 2 глобальных международных сайта на разных языках. То есть мы с вами понимаем, что уже круг клиентов у нас не ограничен. Компания берет на себя доставку, логистику, бухгалтерский учет каждого филиала, каждого интернет-магазина, ответственность за продукт, за качество продукции, за инновацию продукции и, конечно же, дополнительные
стимуляторы развития, это акции, подарки, бонусы, поездки. Это все компания берет на себя. Вот такой у нас партнер с вами. Тогда вопрос стоит, а что же остается делать нам с вами? Нам с вами остается создать товарооборот, найти потребителей. Посмотрите, какое действие компания берет на себя, какое количество пунктов компания сама продумывает, просчитывает, организует, и организует это на высшем уровне. Рекомендовала уже лет. Компания работает в 62 странах. Раскрутка дневного спроса – это то, что есть в каждой семье. И когда я провожу сейчас собеседование со своими знакомыми, с незнакомыми людьми, и спрашиваю у них, что вы знаете о компании Ariclan, все слышали, все знают, что это компания, которая производит косметику. Никто мне не говорит о том, что это компания, которая производит автомобили или бытовую технику. То есть компания Ariclan зарекомендовала уже себя как косметическую компания. Товарооборот более 1,5 миллиарда евро. Компания позволяет нам с вами официально оформляться, иметь легальный доход, поэтому это тоже очень хорошо. Мы с вами не теряем такого понятия, как стаж, потому что многие приходят к нам в проект и спрашивают, стажем, да, будет ли идти у меня стаж? Будет, конечно же будет. Вы как предприниматель будете платить налог, самый минимальный, который вообще сейчас существует, и, конечно, у вас будет идти стаж. Компания Ariclan – это косметика, но кроме косметики, компания предоставляет нам с вами уникальный шанс сделать свою жизнь красивой, здоровой, успешной. И сейчас во всем мире компания Ariclan считается ведущим специалистом, ведущим экспертом по красоте как образу жизни. Что это значит? Что такое красота как образ жизни? Это стиль жизни, это выглядеть отлично, это выглядеть отлично, но и внутренне. Внешне выглядеть отлично нам помогают инновационные разработки компании, такие серии, как Novage, EcoBeauty, которые запатентованы компанией Ariclan, причем запатентован не сам продукт, а даже процесс производства, процесс исследования запатентован. Лучшего, более совершенного продукта сейчас выглядеть красиво изнутри, быть здоровым. Это, конечно же, витамины, это минералы, это составляющие компоненты для нашего организма, для правильного функционирования его, развития его. Здесь мы тоже признаны лучшими экспертами. И на сегодняшний день компания Ariclan является лучшим производителем витаминов, которые только еще сейчас есть эти производители. То есть мы являемся лучшими производителями. У нас с вами есть возможность пользоваться лучшей продукцией. Красота как стиль жизни – это еще быть независимым, быть успешным. Конечно, когда мы с вами уверены в себе, когда мы знаем, что у нас есть все для того, чтобы реализовывать свои мечты, мечты своих детей, своих близких, своих дорогих людей, то, конечно, у нас с вами и другая улыбка на лице, и у нас по-другому блестят глаза. Мы можем радоваться каждому моменту. И вот эту радость компания предлагает нам разделить с такими же успешными людьми на мероприятиях, которые организует сама раз в год. Мероприятия есть разного уровня. Есть просто банкеты директоров, это вечера отдыха, а есть путешествия, это 4 дня поездки, 7 дней поездки, сама компания продумывает все, и питание, и обучение, и развлечения, и еще массу подарков вручает тем, кто квалифицировался на такие мероприятия. Вот это все дает наш с вами партнер, сделать нашу жизнь красивой. В Беларуси компания Ariclan с 2005 года официально оформлена. И каждый год мы побеждаем в номинации «Выбор года. Лучшая косметическая компания». Это гордость для нас, для тех, кто сотрудничает с компанией. Нас с вами, как для потребителей, это уверенность в том, что я и моя семья пользуемся лучшим продуктом, который на сегодняшний день есть у нас в Беларуси.
Ассортимент огромнейший, более 1500 наименований, которые вы можете для себя использовать. И ароматы, и декоративная косметика, уход за телом, wellness. Каждые 3 недели у нас обновляется каталог, и каждые 3 недели в нем около 30 новинок. Представляете, насколько инновационные разработки в компании ведутся, что каждые 3 недели компания предоставляет такое количество новинок. Для нас с вами, как для владельцев интернет-магазина, это очень круто. У нас каждые 3 недели с вами в интернет-магазине обновляется ассортимент. Каждые 3 недели новые продукты появляются. Каждые 3 недели новые акции дополнительные появляются. Кстати, как здорово. Нам не нужно с вами самим ломать над этим голову. Сейчас ведутся разработки тех косметических продуктов, которые будут представлены через 3 года у нас в каталогах. Компания все это продумывает, и, конечно, лучшие специалисты в таких сферах работают. Есть собственный научно-исследовательский центр, который позволяет это все делать. Огромнейшее количество наград, я их не буду перечислять, в интернет вы можете найти, у Гугла спросить награды компании Oriflame, вы увидите, что косметическая продукция не только с моих слов такая хорошая, а подтверждена сертификатами, дипломами, кубками. Продукция для здоровья, о которой я говорила, рассчитана не только на взрослых, на нас с вами, но еще и для детей. Я сама мама 3 деток, поэтому я хочу, чтобы мои дети были здоровыми, были сильными, чтобы у них хватало энергии на ту нагрузку, которая сейчас есть, потому что я как учитель, я вижу, что программы становятся сложнее, нагрузки увеличиваются, да? Я хочу, чтобы мои дети были здоровыми. И уже года 3, как мы используем омегу-3 регулярно, постоянно, и я скажу, что мы не знаем, что такое больничный. Дети даже однажды меня шутили, говорили, что мам, давай мы хотя бы пару недель не будем пить витамины и омегу, поболеть, да, чтобы хотим пропустить школу. Поэтому на самом деле мы забыли, что такое антибиотики. Мы забыли, что такое вызов врача. Я вам тоже желаю испытать эти же чувства, чувства радости, гордости за то, что ваша семья, ваши дети здоровые, активные, что они хорошо воспринимают учебный материал, что крепкое здоровье и для занятий в дополнительных кружках. Поэтому желаю вам ощутить эти витамины и омега-3 помогают нам в этом. Ну и то, о чем я говорила, это сертификат, диплом, который подтверждает, что компания Oriflame является сейчас самым лучшим производителем витаминов. Самым лучшим. Конечно, если вы разбираетесь в сертификации медикаментов, витаминов, то вы увидели в первой строчке второй значок, это значок GMP, это высочайший сертификат, который только есть на сегодняшний день. Чтобы его пройти, нужно быть очень-очень щепетильным в каждом моменте, начиная от трав, из которых потом берутся витамины, и до самого производства, даже упаковочки, этикеточки, всего этого. Каждый момент описан, сколько чего где должно быть, и этому нужно следовать. Это сложно делать. Сертификат GMP – это один из сложнейших сертификатов. И у нас в Беларуси, к сожалению, нету таких продуктов с таким стандартом. В компании Oriflame у нас есть возможность приобрести продукт со стандартом GMP. Мы приходим в аптеку и приобретаем с вами продукцию компании с лучшими, самыми сильными, что даем себе, что даем детям. Итак, с ассортиментом вашего интернет-магазина я вас познакомила. Теперь возьмем вопрос, что же делать. Что нужно делать для того, чтобы ваш интернет-магазин. Конечно же, суть любого бизнеса – это создание товарооборота. Чем больше у вас товарооборот, тем больше и прибыльнее становится ваш бизнес. Компания готова платить процент от своей прибыли тем, кто развивает филиалы интернет-магазина, создает товарообороты. Как их создать? Очень приятный способ.
Рекомендую вам попробовать начать с него, если вы еще не используете. Мы с вами в жизни рекомендуем все, сами всегда прочитали книгу, рекомендуем своим друзьям ее почитать, сходили в кинотеатр. Рекомендуем фильм, который нам понравился, побывали в кафе, ароматные пирожки попробовали, рекомендуем это кафе, обслуживание понравилось и так далее, да, начиная от самых даже мелочей. Порошок стиральный попробовали, понравился, рекомендуем. Так вот здесь то же самое. Попробуйте продукцию компании, начните ее рекомендовать. То, что понравилось вам, рассказывать об этих продуктах. Легко, это быстро. Это престижно, потому что вы видели, сколько наград имеет продукция компании Oriflame. Но есть небольшие минусы. Доход небольшой. В каком плане небольшой? За деньги, которые вы заработаете, легко позволить себе любую косметическую продукцию. Вы сможете покупать себе продукты для здоровья, да, заработать на личных рекомендациях. Но, к сожалению, купить квартиру, купить автомобиль, организовать ежегодные путешествия для своей семьи в разные страны. Два вида заработка, создания товарооборота, два способа. Обязательно пользуйтесь личными рекомендациями, потому что за них компания выплачивает дополнительные проценты вознаграждения. Это выгодно, денежно выгодно. Второй способ – это создание миллионных оборотов в вашем интернет-магазине. Его можно только благодаря приглашению людей в ваш интернет-магазин. Как это происходит? Откуда берутся деньги? Чем больше товарооборот, я об этом уже говорила, тем выше будет ваш доход. Так вот, откуда берутся деньги? Продукция, которая представлена в вашем интернет-магазине, в вашем филиале, это продукция повседневного спроса. Шампуни, гели, пасты, туалетные воды, то, что есть в каждой семье, 100%. Мыло, точно, вы видите его на картиночке, да, в нем живут семьи. Одна семья в среднем на косметику сейчас тратит около 30 белорусских рублей. Ну, по старым деньгам это 300 тысяч, да. Если взять один всего лишь вот такой дом, взять 180 семей в этом доме проживает, и эти семьи каждый месяц оставляют 5400 белорусских рублей. Рублей в косметических отделах. Маленький магазин в одном из таких домов, то эти люди, придя к вам и покупая у вас средства косметики, гигиены, будут оставлять у вас 5400 белорусских рублей, то ваш доход примерно будет около 5. Вот откуда берутся деньги. Только нам с вами нужно сделать так, чтобы эти люди приходили в интернет-магазин, открывали свои интернет-магазины, свои личные странички для того, чтобы иметь дополнительные скидки и вознаграждения, да, чтобы они пришли в ваш интернет-магазин, чтобы эти люди узнали, что есть у вас такой филиал, что они могут покупать косметические продукты в вашем интернет-магазине, при этом иметь больше выгод, чем в обычном магазине, в обычном отделе любого супермаркета. Поэтому здесь даже не на продажах построено, а на рекомендации. Порекомендуйте людям обратиться в ваш интернет-магазин. И приглашая людей, приглашая своих знакомых, потом вы, возможно, научитесь приглашать и незнакомых людей, рассказывать, да, это рекламная деятельность. Мы рассказываем про филиал интернет-магазине. Вы приглашаете, и нужно научиться трем действиям. Нужно научиться делать их самим, и нужно научить этим трем действиям своих партнеров, тех людей, кого вы приглашаете в интернет-магазин. Что это за три действия? Три О. Первое О – организовать приглашение людей, стать владельцем собственного магазина и организовать поток людей в этот интернет-магазин. Способы организации, методы работы,
Этому всему мы вас научим. Для этого у нас есть четкая система бизнес-АТР. Четкая система. Каждую субботу у нас проходят школы новичка с различными темами, с различными методами. Эти школы новичка будут открыты и уже открыты для вас. Вы можете бесплатно их посещать и узнавать, какие же методы есть, как создавать поток людей в ваш интернет-магазин. Второе О – организовать обучение. Посещать вебинары, посещать обучающие встречи, которые для вас тоже бесплатные. Они организованы нашей бизнес-системой. Они учитывают каждый момент, который может у вас возникнуть при первых этапах развития своего интернет-магазина. Поэтому обучение позволит вам очень быстро научиться этому новому делу, научиться быть руководителем интернет-магазина. И третье О – это организовать личный товарооборот, покупать продукцию если. Почему это тоже важно? Ну, во-первых, здесь все очень логично. Покупая себе, вы делаете товарооборот своего интернет-магазина, да? Вы покупаете у себя, и, соответственно, вы даете возможность себе заработать. Если вы идете, покупаете косметические средства в магазине, то вы даете возможность заработать продавцу. Вы создаете товарооборот магазина, либо секции косметической продукции, либо косметическому магазину. У себя вы создаете товарооборот себе и, конечно же, помогаете себе заработать. Обучение – это обязательно. Вот второй пункт – организация обучения, оно обязательно. Его посещать нужно каждый день. Когда вы новичок, для того, чтобы у вас все улеглось, чтобы вы все четко поняли, чтобы вы могли сами рассказывать и показывать своим партнерам нужную информацию, обучать их, вам нужно самим посещать такое обучение. Сегодня в начале нашей встречи я спрашивала, кто первый раз, кто не первый, да? И вы увидели, что многие люди приходят на обучение не первый раз, приходят второй, третий, пятый раз. Послушать, понять, уловить моменты. Обучение у нас одну и ту же информацию слышать от разных директоров, от разных онлайн-предпринимателей. И у одного вы возьмете, что вы будете сами легко и просто рассказывать о сути бизнеса онлайн. Ну и про то, что мы меняем магазин, я уже немножечко вам говорю, выгодно покупать у себя, делать онлайн-магазин свой прибыльным. Причем для вас, как для владельца филиала интернет-магазина, те же покупочки 20% скидка абсолютно на весь ассортимент. Есть интернет-распродажи, есть интернет-акции, которых не увидите в каталогах бумажных, которые можно увидеть только в своем интернет-магазине. В интернет-магазине вы увидите на своей личной страничке с обучением, разделы с бизнесом, где вы сможете отслеживать, какой товарооборот прошел через ваш интернет-магазин, какой процент начисляет вам компания, что нужно сделать для того, чтобы увидеть этот процент. Приглашая других людей, приглашая партнеров, вы выходите на уровне карьерной лестницы компании Oriflame, такие как директор, старший директор, золотой директор. Отличие этих уровней в премиях, в доходах. Что такое директор? Это тот самый уровень первый, на который мы ориентируем вас. Преимущество звания директор. Ежемесячный официальный доход более 700 условных единиц. Это единовременная премия в $1000, которая выплачивается вам на шикарном мероприятии, эксклюзивном, корпоративном, на банкете директоров. Бонус роста дополнительный, участие в программе «Мой автомобиль» и перспективы дальнейшего роста, которые есть в компании Oriflame. Поэтому, услышав сегодня от меня информацию о нашей системе, о том, что команда территории роста, вы, наверное, пришли к выводу такому,
как и у меня на слайде, что у вас будет свой все помещаться внутрь. Вы можете развивать свой бизнес на пляже, вы можете развивать его дома, вы можете развивать его в любом городе, куда отправитесь путешествовать. Официальный доход, независимость от начальников, вас не сократит. Это бизнес, это только от вас зависит, насколько активно вы принимаете участие в его развитии. Конечно же, нет финансовых рисков, потому что вы не вкладываете тысячи долларов для развития своего интернет-магазина. Для вас все это берет на себя партнер, компания Oriflame, и ассортимент, и оформление вашего кабинета личного, и оформление вашего онлайн-магазина, и бухгалтерский учет. Все это берет компания, вам это оплачивать. Личное развитие, благодаря обучению, которое у нас есть, это и базовые школы, а также тренинги Академии бизнеса. Первый блок, второй блок, это мастерские успеха, это Академии лидерства. Чем выше вы будете себя, лучше будете себя проявлять, тем выше вы будете идти по карьерной лестнице, тем более эксклюзивные мероприятия становятся для вас открытыми. Конечно же, путешествия в качестве поощрения от компании Oriflame для вас тоже будут открыты. Признание, награждение, участие в благотворительности, знакомство с новыми людьми, у вас появятся новые друзья. И важно то, что бизнес, который вы развиваете, его можно отдать по наследству. Он никуда не пропадает, он остается в вашей семье. И для меня было очень важно, наверное, самым важным во всем том, что я сейчас сказала, это свобода. У вас появится свобода. Свобода в каком понимании? Свобода выбора. Вы сможете сами выбирать, что вам одевать, что вам кушать, где вам работать, какие подарки дарить своим близким, куда и зимой, и осенью. Вы будете свободны в выборе. Вот это очень важный момент. Поэтому даже ради этого уже стоит изучить более подробно систему, посетить обучающие школы. У вас у каждого есть человек, который вас пригласил, это ваш информационный спонсор, путеводитель в нашей компании, в нашей команде. Обращайтесь к нему, к менеджеру, к директору, изучите более тщательно и начинайте делать. Если вы будете только теоретически все учить, то, поверьте мне, уйдет много времени. Лучший учитель – это практика. Услышали, применили, увидели, насколько эффективно вы справились с этими навыками, да? Поэтому изучайте и сразу применяйте на практике. Результат не заставит себя ждать. Чеки, единовременные премии не только в 1000 долларов, но и в 2000, и в 3, и в 6000 будут ждать вас. Сейчас несколько фотографий участников наших проектов. Это все онлайн-предприниматели. Это люди, которые вышли на уровне директор и выше, и получили свои премии, и не одну, а несколько даже премий. Вы видите, что это абсолютно разные по внешности, разные по возрасту люди. Молодые девушки, и уже в элегантном возрасте, и семейные пары. Здесь нету ограничений. Здесь нет ограничений, поэтому каждый из вас достоин стоять с чеком, достоин держать в руках ту премию, которую считает нужным для себя, может быть 1000, может 2. Вот у нас есть фотография, вы видите сейчас слева, Анна Козловна. Закрывать можно несколько уровней, несколько квалификаций, получать сразу несколько премий и чеков. Это наши наставники, это топ-лидеры. Самые сильные лидеры всего Витебска и Витебского региона, топ номер один. Наша команда входит в топ-10 самых сильных команд Белоруссии. Представляете, насколько мощная, четко продуманная система у нашей команды, которая позволяет выходить на лучшие места в рейтингах. Елена и Денис обучают нас, они показывают нам своим результатом. Они действующие лидеры, не теоретики. Они практики, они на практике показывают, что делать,
какой результат, какой доход, какой стиль жизни вы можете иметь. Конечно же, каждый из вас может найти в социальных сетях Елену и Дениса, добавиться к ним в друзья, и вы сможете видеть, насколько интересной и насыщенной жизнью у вас может быть при сотрудничестве с нашим проектом. И очень скоро ваши фотографии с вашими чеками, вашими премиями появятся тоже на наших слайдах, и мы будем рассказывать новичкам о том, что вот наши директора. Да, вот наши онлайн-предприниматели, вот успешные лидеры, которые смогли и организовывали приглашение людей. И это позволило им выйти на соответствующие уровни, соответствующие премии и соответствующий стиль жизни. Такой, как вы мечтаете, такой уровень, как вы хотите. То, что вы себе представляете, то вы можете достичь в нашем проекте не за один день. Наберитесь терпения, минимум дайте себе испытательный срок, как я говорю. Раньше я говорила год. Честно сказать, сейчас за год настолько можно изменить свой уровень жизни, вообще кардинально поменять. Поэтому испытательный срок, дайте себе минимум 3 месяца делать то, что говорит вам. Ваш информационный спонсор, человек, который вас пригласил, выполнять те действия, которые он говорит. Эти действия займут у вас не более 2 часов в сутки. Если вы можете позволить себе больше уделить этому делу, прекрасно, результат будет еще быстрее. Но только вот выполняя четко то, что нужно, шаг за шагом, не отвлекаясь, вы сможете достичь нужного для вас результата и, конечно, уже насладиться жизнью своей мечты. Если вы еще не в нашем проекте, то, конечно же, первое, с чего начинается, это нужно обратиться к человеку, который вас пригласил, чтобы он стал вашим информационным спонсором, чтобы он дал вам первые шаги, дал вам ключик от нашей системы и показал, что зачем нужно делать, шаг за шагом, и помогал вам в этом пути к вашему успеху. Нельзя вернуться в прошлое, чтобы изменить свой старт. Мы с вами не можем сейчас вернуться на 5, 10, 20, 50 лет назад, чтобы что-то начать делать по-другому. И даже на день назад, и даже на час. Но мы с вами можем сейчас начать изменять свой финиш. Менять то, что будет через год, через 2, через 5, через 10. Только изменяя сейчас свою жизнь, мы придем к изменениям в будущем. И через 5 лет вы можете сказать себе, какая я умничка. Или какой я молодец, что 5 лет назад решение сотрудничать с проектом дал тебе испытательный срок, выдержал его, делал все сейчас. Станьте первым, кто в вашем роду будет самым обеспеченным, самым успешным, да, и после вас ваш род пускай так и дальше тоже развивается и будет успешным. Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит, поэтому приняли решение и действуем. Я очень рада, что эти 40 минут, 45 минут, да, вы были со мной, что внимательно слушали, что ставили плюсики, ставили вот восклицательные знаки. Надеюсь, информация для вас была сегодня полезной, нужной, и вы сможете ею правильно распорядиться. Я буду очень рада видеть вас на банкете директоров. Я буду с восхищением смотреть на вас, аплодировать вам, когда вы будете получать свою премию, потому что это сделаете вы сами. Вы сможете это, я точно знаю. Большое спасибо вам, успехов и шаг за шагом. Каждый день приближайте себя к своей мечте. А наш проект, наша система территории роста – вам в этом поможет. Успехов!